Привет, бичане и гости города. Меня зовут Ксюша. Вы смотрите прогноз погоды на 5 июля. В Барнауле ночью плюс 12, днем плюс 22. В Белокурихе ночью плюс 15. В Горно-Алтайске плюс 13. Днем в этих городах обещают 20-градусную температуру. Теперь посмотрим, какую погоду ожидать в Бийске. 5 июля у нас будет переменная облачность и возможен дождь. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 20, плюс 22. Я профессиональный визажист и могу научить вас делать макияж самим себе, чтобы вы были красивыми каждый день. Вы можете найти меня в салоне Бестия на Горно-Алтайской 73.